друзья, вот я достала мясо из холодильника, удаляю всю жидкость, мне здесь жидкость не нужна, а теперь мне нужен бинт. Вот такой эластичный бинт, он продается в аптеке, сетчатый, и вот сюда я буду помещать сейчас мясо. Так, мясо бинту утрамбовываем. Очень хорошо, чтобы не было никаких дырочек. Соединение должно быть прям великолепное. У меня получился вот такой бочоночек. А, но перед использованием я бинт промыла проточной водой. Ну, там уже всевозможные, чтобы медицинские какие-то препараты исчезли. И теперь я буду заворачивать это мясо в пленку для запекания. Так, вот я завернула, завязала. И теперь я буду еще второй слой. Почему я так делаю? Мне не надо, чтобы туда попала жидкость. Вот такой колобок у меня получился. Все, достаю мультиварку и ставлю варить. Так, заливаю мясо. Вот оно у меня. И ставлю режим тушения. Не расстраивайтесь, у кого нет мультиварки. Это можно проделать и в кастрюле. Так, все, закрываю я мультиварку. Так, вот, друзья, я поставила на режим тушения. Это 2 часа. Вот, друзья, мясо я вытащила из мультиварки. Оно варилось очень медленно, 2 часа. Ну, и сейчас оно остужается у меня. А потом я отправляю в холодильник до следующего утра. Я с вами не прощаюсь. Завтра будем открывать вместе, что у меня получилось. Вот, дорогие друзья, вот такая буженина у меня получилась. Я попробовала. Очень вкусно. Вот, если так выглядит моя буженина на бутерброде. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте и будьте здоровы!